Челябинской области в рамках исполнения поручения президента разработан план социальной газификации с бесплатным подключением домовладений к газу до конца 2022 года. Копейчане также смогут воспользоваться этой возможностью. Заявку можно подать через единого оператора газификации, МФЦ, портал госуслуги, либо в офисе газораспределительной организации по адресу улица 4-й Пятилетки, 63. К заявлению понадобится приложить пакет документов. Пакет документов включает в себя ситуационный план, документы, правоустанавливающие на домовладение и земельный участок, СНИЛС и ИНН. Полный пакет документов. Специалисты нашего офиса, филиала АО «Газпром газораспределение» рассматривают этот пакет документов. Если что-то необходимо, то житель, заявителем работают индивидуально. Специалисты работают очень быстро, потому что заинтересованность огромная и у жителя, и у самого «Газпром» газораспределения. Также некоторые категории граждан могут получить единовременную выплату на покупку и установку внутридомового газового оборудования. С условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Управления социальной защиты населения.